После 4-летнего перерыва вновь открылся песенный фестиваль «Черноморские игры». В нем принимают участие 50 юных вокалистов. Это самый масштабный детский конкурс в Украине. Его проводят уже 15-й раз. С берега Черного моря подробнее Кирилл Ющишин. Черноморские игры возвращаются в Скадовск. 4 года назад фестиваль временно поставили на паузу из-за нехватки денег. Потом напряженная ситуация в Крыму заставила организаторов повременить с возвращением. И вот после долгого перерыва фестиваль вновь гремит. Залишився с Чорним морем, із морем дивної краси. За звание лучшего вокалиста состязаются 50 детей со всей страны. В жюри – звезды шоу-бизнеса, продюсеры, музыкальные критики. За эти годы, наверное, вот качество обучения детей, там, музыкальные школы, студии, на мой взгляд, стало намного качественнее, да, и появились, ну, как по мне, подготовленные артисты, это будущие артисты, это радует. Я думаю, что многие артисты сегодня будут так с опаской поглядывать на своих будущих конкурентов. За кулисами начинающие певцы волнуются, репетируют и просто веселятся. Многие выступают с авторскими произведениями. О маме, о дочке, как мама нарисовала зори, солнце, там, сердце. Но тут получилось наоборот, я рисую маме. Раз, два, три. Кожен раз, коли ти чуєш звук, затанцюй, спіймавши тілом пульс, ось вона, душі мелодія. Наша вообще авторская эта песня, наш саунд. И она про то, что надо открываться, про то, что мы уже выросли. Среди участников 3 крымско-татарских вокалисток. Они в этом году выиграли конкурс в Крыму, теперь сражаются за победу на большой земле. Сегодня мы привезли 3 участника. Это победители и финалисты конкурса «Татлысес», «Джанлысес». Мы привезли их из Крыма и очень надеемся, что они сегодня покажут хороший результат. Вырос уровень самого фестиваля, потому что, ну, я помню, как это все начиналось. И вообще уровень того, тех фестивалей, а здесь просто круто. Звук, экраны, ну и сами дети, конечно, подготовка детей. Это просто неимоверно. Сегодня первый день Черноморских игр. 3 вечера подряд гостей фестиваля ждут приятные сюрпризы, концерты самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса. А в воскресенье на гала-концерте жюри объявит победителя Черноморских игр этого года. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал «Интер».